Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня я хочу рассказать о комнатном растении, которое называется аукуба. Обратите внимание, какие здесь очень красивые листья, такими желтыми пятнышками. Вот появился он у меня из черенком, так как у него уже была нарушена корневая система, но немножко еще у меня постоял в воде, и я его посадила в грунт. И с того момента я считаю, сколько вот ему. Было тогда только 3 листика, и за 5 месяцев выросли вот еще таких 2 листика, и вот еще появляются здесь. Не знаю, вот сейчас покажу ближе. Вот здесь появляются листики еще. Пара листьев. И растение аукуба, она достигает до 1,5 метра может вырасти. Ну, метр точно. При хорошем уходе он будет расти до такого роста. И вот я считаю, что здесь уже ему мало места, поэтому я решила его пересадить. Такой выбрала горшок, побольше этого. И сейчас я покажу, какая здесь. Сегодня я, правда, полила. Не надо было поливать, так как я думала его пересадить. Такая корневая система выросла за 5 месяцев. Поэтому я считаю, что я нормальный горшочек ему выбрала. И здесь, конечно, еще нужно подсыпать земельки. И пусть он так вот растет. Немножко вот так вот досыпать еще, чтобы, ну, 0,5 сантиметра, чтобы не полный горшок был. Так вот я досыплю грунта. Просто я его не поставила чуть поближе. Вот и все, друзья, что я хотела рассказать о таком замечательном растении, которое называется аукуба. И кто хочет такое вот себе приобрести, которое выглядеть будет как комнатное дерево, то приобретайте. Вот и все, друзья, что я хотела сегодня рассказать и показать. Теперь я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.